Order door. А скажи мне сообщение по поводу победы. Победа будет, великая победа. Мы с россиянами, братьями нашими, я думаю, отметим 70-летие. Как это заложена история? История наша всегда повторяется, идет по спирали, только радиус немного больше. Но мы никогда не думали, что будем братоубийственны. Казаки не оставили еще ни одного метра той земли, на которую они пришли. Если мы что-то освободили, мы уже назад не делаем ни шагу. И этого еще не было в истории. Если мы сюда пришли, мы здесь либо ляжем, либо пойдем вперед. Назад нам ходу нет, и никогда мы не отступим. А вы будете освободить Дебальцево? Да. Когда? Уверены, что мы победим. Когда Дебальцево освободим? Да хоть сейчас освободим. Нет. Мы так неправда идем. Давай так. Сейчас мы просто ждем, даем им время, чтобы они просто мирно сдались и вышли из Дебальцево. Просто даем время. Даем время подумать. Шанс, последний шанс. Взять Дебальцево — это на самом деле вопрос одного дня. Может, даже нескольких часов. Вот и все. Жалко мир.